Всем привет! В эфире еженедельный выпуск программы «Музыкальный прогноз». О самом интересном расскажу вам я, Ольга Золотая. Оставайтесь с нами на телеканале Russian Music Box. Телеканал Russian Music Box открывает путь к звездам и всегда ищет возможности помочь настоящим талантам. С 5 по 19 августа в солнечной Болгарии пройдет 5-я творческая смена «Браво». Молодежь, руководители и мастера из разных стран получат уникальную возможность поделиться опытом друг с другом и научиться чему-то новому. У тебя еще есть время присоединиться. Подробности смотрите на сайте. Нигматика продолжает гастрольный тур. Килотонны хорошей музыки и мегатонны хорошего настроения. И все это в одном флаконе. Не пропустите шанс оторваться на всю катушку. Девятого августа в городе Йошкар-Ола на главной площади. А кто не успеет, отправляйтесь в город Иркутск 23 августа в ночной клуб «Доберман». Десятого августа город Электросталь будет накормлен вкусной музыкой. Группа «Пицца» привезет с собой кучу музыкальных деликатесов и накормит всех желающих. А я когда-нибудь стану легче ветра, о том, что не перестану, речи нету. Свою мечту пеленать текут и нежно, поверь, я скоро вернусь, надежда. Приходите в клуб «Барак Обама». Начало концерта в час ночи. На крыше света буду ловить теплый ветер под одеждой, поверь, я скоро вернусь, надежда. Как часто вздрагивал мир, когда менялась ты, когда представала не тем, кем казалась ты. У нас было все, не хватало самой малости, немного времени, и ты меня прости. 10 августа при поддержке международного музыкального телеканала Russian Music Box пройдет День молодежи в парке Кузьминки. Акробатические трюки из книги рекордов Гиннесса, фристайл-шоу в команде с брейк-дансерами и битбоксерами, конкурсы, подарки, килотонны хорошей музыки. Хедлайнер – победитель программы «Раскрутка R&B и хип-хоп» на Russian Music Box «Бахти». Ну и, конечно же, самый активный из вас получит возможность засветиться на Russian Music Box. Присоединяйся к нам 10 августа в парке Кузьминки с 3 часов дня и до 6 вечера. Без тебя не начинаем! Лето, а вместе с ним продолжается серия вечеринок Music Box Party. С 11 по 15 августа мы ждем тебя в роскошном отеле Мардан Палас. Как? Ты еще не купил билет? Торопись, количество ограничено! Серия вечеринок Music Box Party в Турции продолжается. С 11 по 15 августа в лучшем отеле Анталии Мардан Палас. Мы покажем, как нужно отдыхать. Пицца, Юлия Ласкер, пропаганда, инь-янь, блестящие, диджей Федор Фомин и не только. Встречаемся в отеле Мардан Палас на Music Box Party. В середине августа на пляжах Тель-Авива ожидается нашествие дельфинов. Стаю гордых млекопитающих поддержит своим единственным выступлением легенда российской альтернативной музыки «Дельфин». А жители и гости Израиля готовятся к такому совершенно уникальному музыкальному событию. Сыпала ночь снег рваной подушкой луны. GM Production представляет большой сольный концерт поэта, философа и музыканта Дельфина. Впервые в Израиле бывший участник скандальных групп «Мальчишник» и «Дубовый гай». Лауреат многочисленных музыкальных премий и кумир нескольких поколений выступит в тель-авивском клубе «Барби». 14 августа в 8 вечера. Искра и ножа в руках. Август.
звезд, время отдыха. Говорят, что настоящим артистам покой лишь только снится. Но отдыхать ведь хочется. Вот и едут они на курорты с гастролями. Город Сочи. 16 августа к вам приедет Гуф. Ice, ice, baby, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. Гуф ждет всех на концерте в клубе «Панорама». Начало в 23:00. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь, ice, baby. И неужели писать про любовь настолько сложно? Встревоженно думал Леша, полулежа. 17 августа Влад Соколовский отправится в город Рыбинск. Наверное, ловить рыбу. А может быть, петь? А может быть, и то, и другое. Под дождем, нет никого, я один в нем. Серебро... Всех ждем в клубе «Палуба». Начало концерта в час ночи. Весна сквозь, на этот раз я его гость. Я и дождь, и вот навстречу ты идешь. Если у вас намечается интересное событие, концерт, выставка и другие яркие мероприятия, пишите нам. Телеканал Russian Music Box обязательно расскажет об этом всей стране. С вами была Ольга Золотая, ваш навигатор в мире музыки. И помните, Россия отдыхает вместе с нами.